В Бердске реализуется программа по переселению из ветхого и аварийного жилья. Ежегодно по нескольким адресам сносят дома, которые признали непригодными для проживания. Работа по программе переселения из ветхого и аварийного жилья остается приоритетной для Бердска. Направлена заявка на финансирование из областного бюджета на 2023 год по 11 домам. В бюджете города Бердска софинансирование предусмотрено и как софинансирование, так и доплата за дополнительные квадратный метр. Поэтому в случае, если будет выделено финансирование, администрация города Бердска готова приступить к объявлению аукционов для расселения граждан из аварийного ветхого жилья. На очереди остаются 11 домов. Переселение ждут в первую очередь несколько строений на улице Энергетической. Также в списке находятся такие адреса, как улица Попова, 17, Центральная, 1, улица Ленина, 56. В 2022 году средств из регионального бюджета на переселение жителей в Бердске не было предусмотрено. На дома, те, которые были признаны до 2012 года, у нас финансирование выделено в полном объеме, поэтому мы эту программу закрыли. Поэтому сейчас уже идет второй этап, признанный после 2012 года дома. И их переселять мы. В прошлом году под снос пошел дом номер 2Б на улице Комсомольской, расселение которого стартовало еще в 2021. По правилам программы всем переселенцам предоставляют квартиры в новостройках. На сегодняшний день пока у нас аукционы не запущены в связи с отсутствием финансирования. Но вообще на все дома, они новые, которые не бывшие употребления, введены не позднее одного года назад.